Давай, делай. Давай, делай умное лицо. Я не могу. Давай. В этом классе было одно умное лицо у меня. Да. И у Маклакова. Сергей. Сергей. Так, тебе вопрос. Итоги революции русской. Итоги? Да. Сейчас. Бабочку поправь только. Бабочка? Это не бабочка. Давай. Итоги революции, да? Да. Ну, куда смотреть? 20? Вот сюда. Ну давайте рассказывайте, что вы слышали. Другой начни. А какого года революция? 5-го года. Так, давай. Пошли умные люди отвечать. Нет, я говорить? Да, да. Ну, официально запустили 17 октября. Потом не слышно, ничего не будет. Создание государства. Конечно. Давай. Говори. Шабалин первый раз за год взял листочек. Саша, да? Седых, у тебя... Максим, это же в историю войдет. Что, вот это что? Можно я еще попрошу? Все, да, у нас есть. Вот это что? Ну и че, умно, что ли? А че, я через тему. Я все, что мы с ним узнали. Давай. Ну давай, что ты говоришь. Ну давай, че, слабо? Че, показать? Давай, да, я вообще не видела. Слабо? На конкурс слабо пошлете потом. Давай. Максим, ну давай, мы ждем. Ну а что ты? Конечно. Кого? Вас. Ну, мне через стенку не хотите пройти? Давай мы должны через стенку. И на камеру заснимем. Давайте, давайте. Так, ну все-таки, чем закончится революция 5-го года? Еще раз. Чем? Саш, план. Свобода слова не постоянно личности. Первая государственная работа. Рассматривай. Мы всех спрашиваем. Этапы революции. Отвечает же. Давай. Так, тихо. Ну тихо. Мы сейчас наставимся. Я на будете. Где дорога стоит? Все сидят с умными лицами. Идет вопрос. Этап революции. Первый этап это была стычка на Утиловском заводе. Стычка. Стычка на Утиловском заводе. Там Уки. Нет. Там директор завода уволил четырех рабочих, и из-за этого поднялся бунт. Директор пошел на уступки и сказал, давайте лучше уволю одного. Ну, от этого не захотели, и поэтому начали бастовать эти рабочие. Подтягушечки. Потом Сенская сдачка. Я набил 72 дня до сдачки. Потом Всероссийская Октябрьская сдачка. Броненосец Потемкин. Там заведующий продовольственными товарами закупил старое мясо для борща. И старое мясо закупил на Потемкин. С червями. Там лапша была. Спагетти, если что. И из этого мяса сварили борщ. И матросы об этом узнали, что мясо плохое. И все отказались есть. Когда подавали борщ, они ели просто это. Слушайся. Вот. Они ели только черствый хлеб и запивали его водой.
Большой они не притронулись. И начальник этого... То есть это же там больше вообще был. Поспорим еще? Нет. Зашквал? Я тебя боюсь, не господи. Ну вот возьмите вот эту историю, которую пригласили там. Это, знаешь, такой, больше художественная история, чем документальная. Я тебе серьезно говорю. Ну а что там, за чего тогда стычка началась? Ой, стачка. Ну, из-за того, что подали бульон какой-то из мяса с червями. Ну а суп бульон для этого? Отказалось, что это борщ? Ну, если я думала одно и то же. Борщ. У меня нету. Следующий вопрос такой. Какой вопрос? Так, что такое третья июньская монархия? Третья июньская монархия. Врете по глазам. Врете. Не было слова вообще. Так, ну-ка, тихо, все, успокойтесь. Максимка. Слышишь? Можно? Еще. Надо раздумывать. Ваш умный человек. Надо есть третий июнь. Че? Так, необдуманно. Почему? Чем она закончилась? Да. Кстати, годы русско-японского войны. Значит, Тома сейчас приедет. Тома, это вот эта история. Какой? 1904? Давай Тома, Тома умное лицо. 1904-1905. А это почему начался революция? Маньчжурский, да. Власть на маньчжурском этом материке и в Корее. Делили это две сферы влияния, короче. Россия и Япония. Так, достали пол листочка. Нет, Павел, мы дали. Разбивали. А что? Хорошо, вопрос. Вот, сейчас мы тебе покажем. Давайте. Вот это Шабалин учится, видишь, как двойки. Надо моё тут. А этот... А, закрыл руки. А почему? Два. А это тоже Шабалин. Да не надо моё оценки! Жека, не снимай, что ты говоришь. Самым выдающимся спортсменом в этом... Физкультура. Это я самый спортсмен. Самым выдающимся спортсменом является Маклаков Сергей, у которого бицепсы аж... Наталья Викторовна. Ага. Так, посмотри. Видишь, 5-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 
Я играл. Ой, я школьную олимпиаду лучше тебе написал. Ну это история. Резкость плохая, когда близко, короче, подводишь. Во, так нормально. Жень, ну не иди сюда, снимай. Артур, такой вопрос тебе. Кем ты себя видишь? Вот подумай, кем ты себя видишь, Дима, через 10 лет? Через 10 лет кем ты себя видишь? Это история или... Дятлом. Черный, конечно. Сколько ли тебе к тому времени будет? А? Сколько ли тебе к тому времени будет? Сколько тебе алло? Ты же жить будешь где? В Мыловке? Да. Алло. С Аллой? Да вы знаете. Ты меня пригласишь на свадьбу в Мыловку? Нет. Саня, улыбнись. Там такая улыба, что не делаем. Лучше не приходить. Нет, ну что там сбалывать, конечно, единственное. Самозломки-то. Максим, а ты где ты сидишь? Ну тихо, не слышно же. А я вот представляю себя в костюмчике с бабочкой. Белой рубашечки, лежу в красном домике и сплю. И в белых тапочках. Ты таким молодым хочешь умереть? А? Таким молодым. Давайте всех опрашивать. Быстрее. А? Мафиози, представляю себе. Не, ну серьезно. Серьезно? В красном доме? Ну серьезно, кем ты будешь? Через лет. Ну, закрой глаза и помечтай. Саня, ты кем? Подожди, Максим. Кем ты будешь? Ну серьезно. Где ты будешь учиться? Я в Абладе. Кем? На кого? На программера. Понятно.
Ты женат будешь в тому времени женат-то будешь? Зачем ты рядом жить? Я не буду. А что? А зачем? А машина... 2010 года. Макс, я не ожидал. Когда рыкнул. Какие еще вопросы у Максима-то будут? Саша, задай самому другой вопрос. Друг, не бывает. Сейчас, подожди, обязательно. Чем что, Саша? Саша, ты кем будешь? Серьезно? Я представляю себя в полосатой рубашке. Понимаете, что она в маленькой комнате. Так, сейчас. Блин. А Алиса серьезно, хер. Саня, мы так снимаем. Не знаю. Пойду. Давай, Жека. Теперь поедешь? Нет. Да пофиг. Нет, ну представляешься, конечно, президентом. Америку собрали. Поздравляю. Жириновский представляет. Нет, ну через 10 лет это еще рано президентом, конечно. Ну, мэра уже можно. Мэра уже можно. Придется через 10 лет. Буду в мэра баллотироваться. А потом как посмотрим. Села Хмуловка, да? А? Села Хмуловка. Холобуевка. Там-то они на Запорожье немножко и будут. Ну, если серьезно, кем ты себя представляешь? Я же сказал. Серьезно? Пойдут президенты. Попляшут. Да он пойдет, я точно. Он в партию ЛДПР сначала запишется. Потом будет главным этой партии, это я его так представляю. Жириновского сместит. Мыть полы в представительстве. Не, он Жириновского сместит сразу же, как только войдет. Да он не доживет тому времени, Жириновский, еще волнуется. Да нет. Какой он через 10 лет он еще там? Жень, ты тоже сыграешь? Через сколько лет женишься? Да, точно. Наш самый умный человек, да? Че? Через сколько лет ты женишься? Улыбнись, Мележа. Не хочу рано на себя. Мележа. Улыбнись. Антон, я-то не порола косяки. Сами косяков ты знаешь. Ну, ты же будешь работать по этой профессии. Буду я экологом. А кем ты будешь? Биологом. Ну, биологом с экологическим... Буду с экологическим словом. Так, тихо, мальчики, ну не слышно. Мне экология не интересна вообще. А как биологом? Что ты, как ты себя видишь, как биолог? В школе преподаваешь? Исследователем каким-нибудь. Исследователем? Ну, мальчик, ну. Ты считаешь, что у нас тут научная база? У нас, да, край большой, есть что исследовать. Допустим. Допустим, да. Новый вид. Новый вид духов. Которые несут, а Артура найдет да, еще. Колобойки ваши там. Как раз. Там лавнесы водятся и баронесы. Там один лавнесы попал, да? Так, Юр, давай тебе. Я не знаю, что это. Давай, говори. То где через год будешь? Только не ври. В Москве? Ты через год в Москве будешь? Не знаю, если. Надеешься? Ты письмо будешь мне писать? Письмо. Да врет, по глазам вижу, не будет. А через 10 лет? Вот кем вы себя видите? Бичами. Соберемся в этот же день. Будем под физматом здесь валяться. Вот видите, вот это же будет. Кстати, нам через лет нужны будут сторожа. Альтернатива. О, придем народ. И место пузи освободится, так что. Это Есенин, да, и пузи собаки. Ну. Вы Есенина не читали? Вы маклера спросите. Маклер, давай. Уже чемпион по бодибилдингу скажет. Чемпион по бодибилдингу. Говорите, да, да. Ну, знаете, что с Стенгером? Так, типа? Что с Стенгером знаете? Ну и так далее. В смысле так далее? Звучите, ну, почему там? Почти кого ты его представляешь или как? Кумир. Хочешь с ним познакомиться? Я его заменю. Я не сомневаюсь, не спорю. Ой, это заметить. Я не знаю. Героин продавать будет. Я ему это, как мы. Мама как физкую, то он это. Распространяет. Ну ты моря собираешься, да? Не, Наталья, я буду как уже это, губернатор Приморского края. Я ему буду бесплатно Польшу пошлину выписывать.
Он идет в Афганистан, там грузит героин себе. Приезжает сюда, здесь его мамка всем барыгам разводит. А там уже, смотря как я буду подниматься, если я пойду везде, то на всероссийский будет рынок видим. А там машина. Там оружие начнем продавать. Да, оружие начнем продавать. Телом будет. Телом. Артур. Аллу будет. Аллу может. Сергей, ну ты нам жвачку хоть будешь привозить? Конечно. Ну покатаешь. Так и хотя нам будешь покатаешь. Бесплатно нас за машинами, не понял. Мы с Славой Ивановной накопим денег. Лет через 10, лет через 40. Как раз цели за инвалидной коляской. Я ее резко с ним страдаю. Денис, а ты кем будешь? Денис, станись кем Дениса. Ну куда ты собираешься поступать? Ну мафиози. Нет, так, Саш, ты в Москве будешь? Нет, ладно. На кого? Он с нами, куда ему в Москву? А, да, кстати. У нас все схвачено будет, вы не беспокойтесь. Ну, с нами, он с нами. Вот мы его. Мы там все учимся вместе. Кто еще у нас там? Капитан есть, летчик еще остался. Учитель истории есть. Кто? Учитель истории? У нас есть адвокат, есть сети. Где у тебя адвокат? Он сидит с камерой. Ты же юрист собрался? Нет. А, да, он Жека адвокат, а Юлька бухгалтер будет нашу считать. Да, мы в перевозчике, он будет. Она вам на мокрую. Ну чё? Это наш физмат. Ну это столовая. Это наш любимый уголок. Да, любимый уголок, без него никуда. Уголок. Где можно в туалет. А вот просто без уголок. Не, в туалет сюда не надо. Это без он, Магли. Ты всё-таки наш. Жек отходит, смотри камеру подумай. Ну вот девятый кабинет. Ну тут круто. Где мы только что сидели. Да. А там что у нас интересно? Там химия. Там неинтересно. Виталий, а ну-ка улыбнись. УРТ приехал. Кстати, ты на УРТ в сайт не заходил? Зайди выпускников, посмотри, там вообще чисто ботаники в натуре. О, Григорий, ну-ка улыбнись. Да ты не прячься. Там такие роли. Какие? Жопа. Попадание. Общая. Вот такая, что там вылежала. Один раз купили, не купили, скинули. Давай кряка, как же без кряка здесь обойтись. Давай, мускул, давай кряк, ну-ка напрягись, крылья, давай кряк. Да ну, ну давай, полети. Макли, ну-ка кучу его, где он там? Давай, Макли, убей его. Макли, убей его. Жек, сними, как Макли ему впорит, потом... Давай, Макли. Потом добивать будем, да? Путировка целая. Такую реликвию. Такую реликвию. Мина. Да, у мина. Мина. А что он нас собирает? Ты не материшь? Давай, дай я палю. Он на камеру, дай я палю. Посмотри этот прикол. Вот сейчас я ломай его. Лоха пинает. Пока надо снять. А хуй снимать. У нас 4 урока. А это второй черевок. В камере двоится. Утка лох. Утка в собственном подливе. Чё, Жек, заснял это? Да. Чё, камера? Вытри. Это... Давай, давай, давай. Повернись, да ладно, чё ты? Да ладно, всё равно заметим. Давай, давай, вытаскивай, чё она там прячет? Это наша одна из учениц. Как она утверждает, она с бодуна. Но это незаметно, не так ли? Да он в него отметит, ему никто, блин. Да не. Все, Жек, что, не вышел уж все? Сейчас я съехала, себя сниму. Все, давай. Улыбнитесь, пожалуйста, все, второй было. Директор. Звонок уже был, идите в класс. Ну улыбнитесь, ну пожалуйста, ну пожалуйста. Не хочу улыбаться. Это был наш директор, он заведует всеми делами в школе. Вот видите, здесь не хватает одной лампочки, да. А раньше не хватало всех трех. На свои сбережения она купила две лампочки. Надо поблагодарить, нет, поблагодарить ее за это. Спасибо, она улыбнитесь. Пожалуйста. Можно вас снять? Ой, 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 занята, ой. Занята, опять в работе. Жека, ты комментируй, пожалуйста. Это учитель алгебры Валентина Васильевна, она также геометрия. Иногда она бывает хорошая. Это путеводитель по школе. Это наша местная собачка. Она питается всем, что ему подают. Родной брат Женьки Андреева. Да. Это наша учительская.
Обставлено, конечно, не со вкусом, но финансов в школе не хватает, конечно. Да, стулья новые, то есть. Да, зато купили новые стулья. Один стол 100 рублей. Наши фотографики красивые. А, фотографии. Посмотрите на эти гадские фотографии. Где вы будете снимать? Это вот. Вот, да, это наш второй директор. Вот, где? Вот это наш первый директор. Второго вы уже видели. Это учителя английского. А так, Наталья Федоровна, Элла Федоровна. Вот это наш учитель информатики. Это наш учитель информатики. Недавно он из института. Но вообще он молодец. Он единственный мужчина у нас в школе, если не считать Кузю, конечно. Так что он молодец. Пока справляется он со своими обязанностями. А теперь поцеловать надо. Я-то что? Это наша столовая. А вон Кузя, столовый. Это наш столовый. А вон Кузя холодит. Он смотрит, да? Где? Кузя только что стянул сосиску, поэтому он довольный. Это наш учитель английского языка. Английского языка, верно. Элла Федоровна. Пойдем дальше. Вот. Подождите, Наталья Федоровна. Это Наталья Федоровна. Как это нельзя? Хороший учитель. Возьмите. Пишите на камере. Так, ну кого мы дальше? Да вон, да. Так, Тома, да. Кем ты будешь через лет? Космонавт. Куда полетишь? Можно тебе сказать? Гуманоида? И родишь много гуманоид. И я. Да, это ваш гуманоид. Зеленые дети у тебя будут раз. Да, будут. Слава Ивановна, а вы кем через 10 лет будете? Слава Ивановна, ну-ка улыбнись. Будет 7 дочерей, 5 сыновей, 15 любовников. Ну что, 10 лет невозможно. Я... Я вам спросил. Ну это вам невозможно. С точки зрения там что, если каждый раз рожать близнецов, то можно ого-го. Ого-го. Тем более откажут. Можно 20. Смотрите, 15, не считая мужа, 15 на 2, это уже 30. Чего? Любовников. Слушай. Потому что близнецы будут рождаться, а там недалеко есть тройняшки, четверняшки. Вы будете Стане Ване помогать материально? Я думал, нет. А что у нас? Катя, машина будет. Луноход. Татанки. Мальчики. Милежа, ты что, плачешь, что ли? Потом, я тоже понял, но Саша ничего не сказал. Аня! Нагнись, а? Так, вы что такие? Кем ты будешь? Спортивные соревнования? Вот такое. Из пистолета стрелять. Том, это что такое? Рога стрелять? Нет, нет. Не, ну не слышно. Ань. Я не знаю. Ты в Петербурге будешь учиться? Да? Письмо будешь писать нам? Лезь туда. А подарки будешь слать? Под Люблинецкой листочком. Я вас прошу. Ты там по частям Зимний дворец разберешь и нам пришлёшь. Я разберу. На уровне Зимнего. Это Денис, а тогда управлять уже туда. Он там вообще язык сохранника найдёт. Кого-кого? Денис. Денис, он же будет виноводочный держать, завод. Почему? Мы решили, что это доходный бизнес. Серьезно, что ли? Светлана Ивановна. Да что, Светлана Ивановна, бухарика нашли, что ли? Ты выстрелай, ну не надо. Слово тогда разорится сразу. Жень, дальше? А, дальше спрашиваю. Дима, ты что там? Дим, кем будешь? Димон. Встаю раненько, утренько. Выхожу на палубу своего корабля или там теплохода, там попиваю чашечку кофе, вот. А потом открываешь глаза, да? Дома правильно, за все! Чашка на квартире. Да везде крутые бутылки валяются. Лёха, снимай. Лёш. Да я не знаю. Ну. Я работаю уже. Дим, это, Жень, ну ты куда собираешься поступать? Еще не знаешь, не решил? А? Нет, не
бизнес-вумены, да? Вы нам хоть деньги будете занимать? Где вумены здесь бизнес? Вумены, вот они. Где? Так, Олег, да. Кем? Менеджером чужой фирмы буду. Управляющим. Таким же, такой же, такая же фирма, как у Димы. Просыпаешься? Нет, ну я же на теплоходе буду, а так? Так, Лена еще у нас осталась. Лена будет в таможне работать. Нет, ты же не пойдешь в таможне? Пойду. Пойдешь? Все, у нас есть барыги. В смысле вы? Дайте барыгу за снимок. Кто там? Поставщики будут, ты будешь таможенником. Надя все будет сплачивать. Мы даже о экологии будем заботиться. Кто у нас в первом классе замуж выйдет или женится? Первый класс. Как вы думаете? На первом курсе. Я знаю. Ну серьезно. Лежа, Лера, он тоже найдет. Гусарички много. Так, а из девчонок? Тома. Юля, Юля. Юля? Юль, только попробуй. Убьем сразу. Самый последний выйдет. Ну потом посмотрим, кто. А нет, Тома, наверное, все равно же Тома. Да Тома, да. Да Женя, самая красивая девушка. Сначала. Какая? Да, он понял. Да, он понял. Вы не Антон вообще-то. Я Антон вообще. Вы хоть пожелайте друг другу что-нибудь. Женя, желайте счастья. Женя! Обнимитесь, поцелуйте. Президент, бизнесмен, бизнесмен. Олигархи, бизнесмен. Поцелуйтесь. Все, все спите. Я буду работать в школе и ждать вас. А вы кем будете, Наталья? А, Женя, ты кем будешь? Нет, я же сказал. Я буду работать уже такая старая дряхла в школе. Будем ждать вас в гости. С подарочками. Следующим номером нашей программы изъявили. У вас телеграмма такое будет. Песня в исполнении Томы. Кто, ну кой? А мы в столовой потом. 90 грамм нет. Да, потом. Да ты что? Да, ну ладно, же извините, Том. Сегодня проблемы какие стоят, которые мы будем сейчас в стране. Че? Какие проблемы сегодня стоят? В стране? Ну, она потеряла большинство своих. Как она стала из самой развитой, самой более развитой, она стала превратилась в эту опущенную. Сейчас надо поднимать. Не, а что не так, что ли? Понятие, опущенная страна. Ну извините, ли, раньше какая была Россия? Экологическая проблема, что там? Нет, смотрите. Рода третьего мира. Наталья, как крестится? Вот так вот же, да? Право налево, серьезно. Право налево. Экологическая проблема. Нет, слушайте. Вы продумали, каждый ряд живет дикарь. Каждый ряд, каждый ряд право, какой страна. Берет свою проблему. Значит, выбирайте, кто берет вопрос третьей мировой войны, кто проблема культурной ценности, низкая культурная. Сейчас я выйду потом поговорить. И проблема демографическая. А экологическая? А проблема межнациональная. Экологическая. Наталья Викторовна. Наталья Викторовна. Да. Знаете, вы, простой черный. Вы выберете. Да, просто. Черный или черный? Да, не будет костюм. Наталья Викторовна. Да что ты? Да вы узнаете, у простой черный решает. Так, выбрали проблему? Да. Что за это? Тома. Я тебя что, поставил, что ли? Это Тома сюда говорит. Оба выйдя. Ништяк. Красиво? Да все, не трогай. Все, давай. Да все, снимай. Да Женя! Уходите. Побоегать. Я обратно не ходил. Опа!
немножко. Да я его поверну. Вот нахуй роняли. На его. Зачем роняли? Дай, это что? Это что? Так, ну все. Так, девочки, наши берете проблему. Все. Это наша убитая столовая. Ага, 4 вилла. Нам знаешь, что сказали? Сними нас, все вместе. Мы сейчас зайдем. Пацаны, идите сюда. Давай, покажи, Санек, свой. Вот у меня это. О, круто. Снимает, она снимает. Давайте вон туда, вот сюда, вот сюда. Ваше место. Ты не видишь. Одно пальцы не видно. Да ладно, другим пальцем. Вот главное, мы в новом глазу здесь. Была бы. Журнал на воде его. А с на литературе его посадил журнал. Чего? На литературе его последний раз. Был? Да. Пашка. Молы, слон. Че? Паша, блин. Я у меня одного есть. Вот. Санек! Вот так, ну! Это моя охрана. Это... Не, уже все, крышу наш крыша. Ага. Не свою крышу, знаете, башню. У нас теория. Теория? У нас теория! Ну-ка, Санек, Санек, сними. Ты снимаешь всегда с... Да. Куда не будешь решать? На улице. Здорово. Все, ладно, пока. Читаем, там встреча у меня есть. Спорядочки больше всех. Тома. Моя охрана. Тома. Я тебя торгу сейчас. Смотри, у него есть, у нас у всех есть. Где мы его хватили? Мы в класс вступили. В секту. Секта секьюрити. Не веришь? Мы ездили, пока шли в больницу, там нас это вцепили. Ну, на серьезно, Том? Авторитет, дай интервью. Да короче, ладно. Клак, клак. Откуда здесь бегаю, здесь нету ничего. Нет уже. Ну все, кто вступили. Она... Она отклеивается? Я хотел сегодня пройти. Еще будет время, вот когда... Вот тебе будет, да? Вот. Кстати, он, который написал. Написал? Сам и практику, и теорию. А, ту, что ли? Да, информатики. Которую мы тебе сделали все вместе? Нет, ты его написал? Нет. Я шаром буду. Так что, все, листочки какие есть. Есть, мы же писали. А мы писали, кстати. У кого есть? Майк, иди. Это вот этот? Да. Давай. Идем, отнесем. Майк. Сань. Да ладно, положи, положи. Да положи. Что ты делаешь? Санек, Сань, мы здесь. Вика, улыбнись. Вика. Вика. О, Чебурашка, на! 15, 16, 15, 16, 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 16
контроль? Что ты снимаешь? Резкость что-то плохая. Ну а потому что близко слишком. Да я его снимаю в прошлый раз. Чего ты до лапки ушли? А
вы не уносили тогда ничего? Вообще ничего. Сейчас начнем, короче, утверждать. Ага. Тихо, макни, отойди. Дай нашу столовую хоть сниму. Только не думай на меня. Нет, не давайте. Здравствуйте. Серёж, это наша слышишь? Столовая. Чё? Артур, нафиг тебе тряпка. Да там и это, кола потекла. Там вот у нас так упорно лежит что-то. Блэр, видел? Где? Вот. Что там? Шупава же вообще вилкой, да, разрезали тоже. Сейчас. 400 часов. Ну-ка, маты, да. Но он потихоньку уже не такой красивый. Уже облапашный, да? Да, вот. Мы чуть-чуть постарались. Ну да, там палочки, тюльпанчики, цветочки. Да, Саня, хули... Не, ну что за прикол? Да, двое прикол. Прикол, что ты скрысил кусок. Я скрысил, все видели. Нище, да. Все видели, что ты скрысил. Ну, второй раз. Макс так уже минут 10 стоит. Теперь нам никто ничего не скажет. Уже и в больнице побыли, нахуй. В больнице мы там везде побыли. Чем Макс не вытер. Я же записывал. Там писать тебе только тоже чистить. Да и вытер. Чего? Ты сейчас мыть мне. Да на стол ставь, вытрет, Артур, и все. Артур, что ты пошел? Она вылила всю работу, короче. А во-вторых, меняется военный промышленный слайдер, короче. Стоял. Она кричит, ты книжки читаешь, я говорю, да про военную промышленность. Что, военный промышленность применяется? Да, я тут применяю. И в быту, она мне говорит, я сам смотрел программу. Я тебе... Давай, ты что тут говоришь? Могли лошары. Так, надо охрану снять. Так, есть одна. А он что, слуги нужны? Если амбар тоже надо. Когда была блокада, из блюотины такие блюда делали. Я просто объелся, честное слово, Артур. Там вот что только не было. Эти рестораны. Блюда из блюотины. Нет, мне что добило? Знаешь, Жек. Жек. Самый прикол, вот смотрите, сейчас ровно через полчаса, там минуты или двух не хватило до полчаса. Чуть-чуть попёрло, почти. Ты тоже блюдо. Вот мы пришли, вот сейчас мы не знаем. Кузя! Чё, ты не будешь больше? Мне давай. Сам даёшь кусок. Макс сам маленький, съел. Ништяк сегодня получил. Я ставил. Он ел, короче. Я наел, там плохо. Еще бы Рупин что-то вытеснил. Вообще, короче, он тряпка. Надо попить чего-то. Брось. Как? Фу! Спасибо, Артур. Да ладно? Давай, играй. Давай. Это Санек исполняет. Мой палец, смотри, один удар. Как русский уже наел. Сейчас запишу, Санек, кассету, у тебя одну буду учиться. Собачий мать. Я тоже так могу, Санек, смотри. Как там? Заходим ко мне, покупаем... А, я беру бабки, покупаю маклер диск, а тебя где-нибудь ждем. Я тоже, наверное, рассказал. Ясно, я понял. Я потом посмотрю. Короче, смотри. Миша, тебя хоть на пленку запишу. А уже записал. Улыбнитесь! Пришел ваш любимый класс. Конечно. Видите, смотрите, служба охраны. Да, всегда вам пишут. Секьюрити. Что вы так шумите? Секьюрити. Пиво! Хлоп!
Почему? Товарищ директор. Товарищ директор. Здрасте. А там сверла не потеряли случайно? Да нет. Что ты со своими сверлами? Мальчишки, одевайтесь. Поверьте. Папа, разнесся обеспечно, вы будете. Да, там верно. Стись. Жек, отойди. Дубль вам. Дубль два. Загруз. Перегрузка. Вика, ну что вы идете? А? Вика. Вика. Вика, стой, я с тобой. Вика. Подожди. Там битва титанов. Работает? Да. Чё ты улыбаешься? А тебе не нравится? Я не тебя снимаю. А меня хочу, чтобы снял, блин. Чё ты спину снимаешь? Ну давай. Ну чё вы все убегаете? Пускай. Первый канал ОРТ. Ну-ка, кто не свистните. Девочки! А вам куда? Может, нам по пути? А который час? Сестрен. Где товарищ директор? Где эти пустые, которые... Да я? Товарищ директор, деньги. Подождите. Товарищ директор. Деньги. Товарищ директор, да О, Алексей Владимирович. Вау! Да. Алексей Владимирович, да подождите. Что? Что вы мне поставили, а? Ну скажите. Ты так снизу снимаешь, будет круче. Да, так. Алексей Владимирович. Алексей Владимирович, да подождите. Это наш Денис. Местная олень. О, вот лох. Вот лох. Вот это вот лох. Да, снимает лох. О. Вот это наши местные лохи. Два лоха. Во, один рога опустил. О, побежал, побежал. Ловите оленя, вот он. Оленя поймали. Поймали оленя, вот. Знаете, почему у него такая шапочка большая? Шапочка у него большая, потому что там очень большая голова. Умная. Да, ну насчет умная. Что там? Крыса. О, а это наша крыса. Пень, обратно. Оставляй меня. Повторяться. Ясно. Не, ну просто, ну действительно, просто пожилой человек, нервишки не это. А мы я вот... тебе говорю, а тебе говорят, вот это голое хамство. Да мы просто, Лариса Николаевна, мы пошутили, но сняли ее на камеру. Все просто, ничего. А она просто веником начала махать, за швабру схватилась. Но мы же ей ничего не делали. Мы ее даже не били, честное слово. Не, честно, Лариса Николаевна. Вот Санек здесь. Санек, мы же директора, ну, не трогали вот, который с веником? Нет. Витя, она нас бьет. Все понятно. Она нас бьет, честное слово. Так, ну вы меня поняли, не хамите, идите с миром. Мы вообще никому не хамим. Честно. Это вам кажется. Вы, кстати... У нас оценка разная на эти вещи. Разный взгляд. Угу. А вы контрольные проверили? Тебе сейчас сказать или позже? Нет, сейчас. Но сейчас я не проверила контрольный. Ты видишь, вот у меня вагон сидит для некурящих. Где? Рядом со мной. Я не могу. Я. Я могу только оказывать помощь. Ясно. Это все некурящие? Да. Да. Конечно. Сашка... обязался не курить. Слово давал. Что раз, Лариса Николаевна, я плохо пахну, я курить не буду. Говорил. Я вкусно пахну. Виталия был свидетелем. Ирина Сергеевна, оказывается, они очень хотели всех запечатлеть на память. А Ирина Сергеевна на нас, говорит, веником махала. Я не махала, я на них, они мне надоели уже. Достали. Достали уже. Достали.